Видите эти черные ящики? Они называются телефоны. Я вам открою одну тайну о телефонах. Сами они не звонят. Понятно? И без вас. Это лишь мертвый кусок пластмассы. Как заряженный автомат без обученного стрелять морпеха. Только в случае с телефоном все зависит от каждого из вас. Мои тренированные стретониты. Мои убийцы. Мои убийцы, не терпящие ничьих отказов. Мои бравые воины, которые не положат трубку, пока их клиент не купит или не сдохнет нахрен! Еще вам кое-что скажу. Нет ничего благородного в бедности. Я был и богачом, и был бедняком. Но я во всех случаях выбрал бы богатство. Потому что когда у богатого человека проблемы, он решает их в своем лимузине, в костюме за 2000 баксов и в сраных золотых часах за 40 штук. Молодцы, ребята, отнимай! Бей его! Валите нахрен от меня! А если кто-то из вас считает меня посредственностью или материалистом, валите нахрен работать в Макдональдс, потому что там вам самое место! Но прежде чем вы покинете клуб победителей, я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел на соседа. Потому что настанет день в недалеком будущем, когда вы тормознете на красный свет на старом раздолбанном Форде, а этот человек остановится рядом с вами на блестящем Порше. И с ним будет сидеть красавица, жена с огромными тугими сиськами. А кто будет сидеть рядом с вами? Отвратительная хабалка с трехдневной щетиной на ногах, в растянутой майке, стиснутая между пакетами с едой из дешевого супермаркета. Вот кто будет сидеть рядом с вами. Так что слушайте меня и как следует. Вы задолжали по платежам за кредит? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Вас выгоняют со съемной квартиры? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Ваша девушка считает вас жалким, ничтожным лузером? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Я хочу, чтобы вы решали проблемы, набивая кошелек. А для этого вам нужно только одно. Поднять трубку и произнести слова, которым я вас учил. И я сделаю вас богаче, чем самый могучий олигарх Соединенных Штатов Америки. Я хочу, чтобы вы встали и запихнули акции Стива Мэддена прямо в глотки ваших клиентов. И чтобы эти суки подавились. Чтобы они подавились и купили сотню тысяч акций. Вот чего я от вас хочу. Будьте безжалостны. Будьте жестоки. Вы телефонные, мать вашу, террористы! А теперь давайте отымеем этих ублюдков! Эй, Лерой! Your mama, she's calling you, man.